Меня зовут Арт Гаспаров. Я эксперт в отношениях и в психологии. Я много лет работал в дипломатии, потом открыл свои проекты в информационном бизнесе. И сегодня я буду рассказывать вашему клубу о том, как бороться с психологическим воздействием, как вовремя определять манипуляции, переигрывать их и не позволять хитрым людям и просто людям, которые неосознанно используют такие приемы, вами манипулировать. Тема важна, касается каждого человека, и независимо от того, сколько человек зарабатывает денег, какой он хороший предприниматель, проблемы в отношениях есть у всех. У всех есть дети, родители, жены, мужья, бизнес-партнеры, друзья, и осознанно или нет, нами манипулирует каждый человек. И это важно понимать, что мы можем столкнуться с манипуляциями в любой момент, вообще даже не догадываясь о том, что кто-то их использует. Я изучал тему манипуляции, на самом деле я ее изучаю до сих пор для того, чтобы ни я не манипулировал, ни мной не манипулировал, потому что манипуляция — это не очень такая экологичная вещь. Вот. И чтобы понимать, что тобой манипулируют, нужно этому учиться. Как говорится, вооружен, значит обезопасен. Յուրաքանչյուր մարդու կարող են ենթարկել մանիպուլյացիաների, ուղղակի արդեն մարդը պետք է պատրաստ լինի ենթարկվել կամ չենթարկվել դրան։ Միանշանակ բացահայտում եմ հենց սկզբից էլ։ Ասենք այդ մանիպուլյատորները ո՞նց են։ Երբ որ տեխնիկական մտածելակերպի կամ կրթության մարդ է, ինքը գիտի, որ սա մեկն է, սա երկուսն է։ Իսկ այդ մի քիչ հումանիտար կրթությունով մարդիկ վակրուկ դաոկլը պտտվում են ու կոնկրետ թեմայից ոչի բան չեն խոսում։ Ես կոնկրետ մաթեմատիկական մտածելակերպի մարդ եմ, ես ասում եմ կոնկրետ հարցից պատասխանի, պտտվում են, ես գիտեմ, որ արդեն մանիպուլյացիաներ են անում, տարբեր բաներ են անում, բայց միևնույնն է, ես պնդում եմ իմ ուզածը և ստանում եմ պատասխան, եթե չեմ ստանում պատասխան, ուրեմն հաստատ մանիպուլյացիա են անում։ Без знаний приемов не всегда сходу можно догадаться. Если хорошо развитая интуиция, можно, но понять как не получится. К сожалению, не все знают как. Может просто быть грустно, но почему стало грустно, непонятно. Или может там мы делаем то, что мы не хотим делать, но мы не понимаем, почему мы это делаем. Вот поэтому надо разбираться. Если вкратце, когда вы чувствуете, что вы шли на встречу с одним мнением, а ушли с другим, скорее всего, вас отманипулировали, как говорится. Потому что вы хотели договориться на одних условиях, а в итоге договорились вообще не так, как хотели. И еще чувствуете, что что-то не то. То есть такой момент. Когда в отношениях становится грустно, в какой-то момент в дружбе, в паре, еще где-то, вы чувствуете, что вам грустно, что вам обидно, скорее всего, тоже против вас использовали какие-то манипуляции. Это реакция на психологическое давление, когда человек чувствует себя эмоционально некомфортно. В любом случае, если ваши эмоции находятся не в равновесии после разговора или в процессе разговора, то с большей вероятностью против вас используют как раз психологическое воздействие, манипуляции.